Миграционная служба города продолжает принимать от ангарчан сообщения о незаконном пребывании иностранных граждан на территории России. С начала этого года было составлено более 200 протоколов в отношении иностранцев, нарушивших миграционный закон. Если вы обратили внимание, заметили, что в пустых квартирах, где раньше никто не жил, стали появляться иностранные граждане, либо какое-то там передвижение, скажем так, пожалуйста, всю информацию можете предоставлять к нам в отдел, третий кабинет, лично ко мне, либо по телефону 53 23 23. По каждому сигналу сотрудниками миграционной службы будет проведена проверка и принято решение. Если иностранные граждане незаконно находятся на территории нашего города, то они будут депортированы. В крайних случаях им будет закрыт въезд в Россию.